Сестричество в честь святой преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Южкоролинской епархии объявляет набор слушателей в школу сестер милосердия на новый учебный год. Срок обучения – 2 года. Обучение бесплатное. В рамках учебного плана изучаются основы православной веры, священное писание Ветхого и Нового Заветов, сестринское дело, особенности ухода за больными. Приглашаются все желающие послужить Богу и людям на ниве милосердия. В милосердном служении человек раскрывает и познает себя. Милосердное служение помогает человеку обрести любовь. Организационная встреча состоится 29 сентября в 17 часов